Глава Банка Англии Марк Карни вряд ли сменит Кристин Лагард на посту главы Международного валютного фонда. В кулуарах встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран Большой Семерки раздавались голоса о том, что Карни, обладатель канадского, британского и ирландского паспортов, недостаточно европейский кандидат на этот пост. Дело в том, что по исторически сложившейся традиции высшую должность в МВФ занимает представитель Европы, а во Всемирном банке – американец. Кроме того, как диктуют правила, подходящий на должность управляющего директора МВФ кандидат должен иметь выдающиеся достижения в разработке экономической политики на высшем уровне. Так кто же соответствует этим двум обязательным условиям? Глава французского финансового ведомства Бруно Ле Мэр уже заявил, что Париж будет координировать все предложения для выявления подходящих кандидатов. Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, что это должны быть выходцы из стран континентальной Европы. Всем указанным критериям соответствует Надя Кальвино, год назад возглавившая Министерство экономики и Испании. А до этого Кальвино была еще и гендиректором бюджетного отдела Еврокомиссии. Другой возможный кандидат – португалец Марио Сентено, председатель Еврогруппы, неформальной группы министров финансов стран еврозоны. Сентено известен тем, что справился с трудной задачей привести в равновесие экономический рост и бюджетную дисциплину, за что экс-министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле назвал его финансовым Криштиану Роналду. Называется также имя Кристалины Георгиевой из Болгарии, исполнительного директора Всемирного банка. До этого она занимала и несколько высоких постов в ЕС. Министр финансов США Стивен Мнучин, чье мнение играет не последнюю роль при выборах нового главы МВФ, уже отметил, что очень высоко ценит работу Георгиевой.